столичном дворце спорта «Шахтер» состоялся чемпионат дворца спорта «Шахтер» по спортивной гимнастике. Выступал президент спортивной гимнастики ДНР, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Степанов. Сегодня во дворце спорта «Шахтер» проходит чемпионат на приз дворца спорта «Шахтер» среди молодежи. Дворец спорта «Шахтер» имеет большую историю. Здесь тренировалось очень много именитых спортсменов. Мы хотим на сегодняшний день показать Донецкой Республике, что такое есть гимнастика. Потому что именно зал этой гимнастики приспособлен для тренировок наших гимнастов. Ну что еще хочу сказать. Вы же видите, насколько много детей пришло на эти соревнования, родителей много пришло на эти соревнования. Потому что в данный момент мы очень хотим, чтобы наша молодежь была именно нашим будущим. Создавала историю республиканского спорта. Так что я всем же ребятам желаю успехов на этом помосте, показать результат хороший, кому-то стать чемпионами, кому-то проиграть придется, но в будущем думаю, что мы станем именитыми спортсменами. В ходе проведенного чемпионата определились сильнейшие гимнасты дворца спорта «Шахтер» разных возрастов, которых наградили заслуженными грамотами и медалями.